Район устья реки Анапка – одно из мест, где любят отдыхать местные жители. Они сетуют на то, что предприниматели оставляют все меньше территории для отдыха горожан. Мы по кустам, нам сейчас деваться некуда. Тут загородили, он даже с той стороны. Мы говорим, зачем вы загораживаете? Заместитель председателя городского совета Александр Смирнов взял ситуацию на заметку. Депутаты, представители мэрии, полиция, Роспотребнадзор проехали вдоль всего Пионерского проспекта, чтобы оценить состояние пляжей и то, как организован отдых. Общее впечатление – все зависит от арендатора. На паре десятков метров прибило комку. Дальше водорослей уже нет. Еще через метров 200. И море чистое, и сам пляж освежили, пока отдыхающие спали. Мы сегодня убедились, что люди поехали, что сегодня все есть для того, чтобы и для личной безопасности наших граждан. Это установлены видеокамеры. Сегодня неплохо выглядит Пионерский проспект, где находится наша база. Это установка и ограждение территории, которая сегодня приводится в порядок. Да, сегодня есть недостатки, которые мы будем их исправлять. Сегодня и глава, и сегодня и совет муниципального образования, и комитеты делают для этого все. В Роспотребнадзоре отметили, что точек общепита, вызывающих вопросы, стало заметно меньше по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, фронт работ по-прежнему широк. В этом году на общественных пляжах работают в общей сложности около 20 массажных кабинетов. Массаж – это медицинская процедура, подлежит лицензированию, и никаким образом на пляжах она не должна осуществляться. А это уже обязательный медицинский кабинет. Все необходимое в наличии. На центральном пляже специальная раздевалка и плавающая тележка. Добраться на ней до воды помогают матросы-спасатели. За чистотой главного ресурса курорта следят в постоянном режиме. Пробы отбирают на 13 точках по всему побережью. На сегодняшний день исследовано более 1000 проб воды, 1050, в том числе 13 проб на вирусологические показатели, что даже не регламентируется законодательством. Но учитывая эпидситуацию в целом по России, что к нам приезжает все российское население, мы ввели такой мониторинг, исследование морской воды на вирусы. Значит, вся эта вода по микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим показателям и паразитологическим мы исследуем еще, соответствует требованиям нормативов Российской Федерации. Депутаты намерены продолжить такую практику совместных выездов, тем более, что пляжи Анапы уже заполнены. Среди отдыхающих есть те, кто приезжают сюда не первый раз. Любят город-курорт.